Друзья, всем привет! Встречаются такие вагоны, якобы в которых не хватает пружин. Ну, к примеру, да, вот с этой стороны нет одной пружины. Вот. Но это совсем не так. То есть, конечно, можно подумать, что ее сперли, да, или просто сама выпала. Вот. Ну, конечно, такое тоже возможно, но в основном это не так. Так вот, друзья, рессорная подвешенность состоит из двух комплектов пружин. То есть, с правой стороны тележки, да, и с левой стороны тележки. Вот в проемах левых и правых боковин, да, вот боковина. То есть, допустим, это левая боковина, правая боковина, вот проем, да, находится комплект пружин. Так вот, в комплект пружин может входить 5, 6 или 7 двухрядных цилиндрических пружин. Сейчас я вам покажу эти пружины. Так вот, друзья, вот это двухрядная пружина. Вот я специально вам хочу показать. Двухрядная цилиндрическая пружина состоит из двух пружин. То есть одна пружина имеет навивку правую, вот, а это левая. Да? Ну, то есть вот, если вот так положить, то видно, что у них навивка разная. То есть это в эту сторону, это в ту сторону. Вот. То есть двухрядная пружина состоит из двух пружин с разной навивкой. А вот весь комплект, то есть вот это вот весь комплект. Весь комплект состоит из 5, 6 или 7 двухрядных цилиндрических пружин. Вот. И также вот гасители, двух гасителей колебаний. Вот один и второй. Так вот, друзья, в каких случаях ставятся все 7 пружин? Все 7 вот этих двухрядных комплектов. В том случае, если вагон грузоподъемностью более 60 тонн. То есть, если более 60 тонн, вот эти все пружины, все комплекты ставятся. То есть, понятно, да? Также бывают 6 пружин. То есть, вот это вот внутреннее вынимается. То есть, именно внутреннее. Давайте вынимем, да? Для наглядности, то есть вот такой комплект
Это ставится на те вагоны, у которых грузоподъемность будет до 60 тонн. Понятно, да? И до 50 тонн ставятся пружины в такой последовательности. То есть эта пружина в середине остается, но забирается вот эта вот пружина и вот эта вот пружина. То есть вот, вот столько пружин остается. 5 пружин, 5, да, комплектов двухрядных пружин с каждой стороны вагона. То есть это считается, что этот вагон грузоподъемностью до 50 тонн. То есть видите, вот так, до, вот такой вот комплект, да, до 50 тонн. То есть это никто ее не забрал, она не выпала. То есть если вот такая штука стоит, значит это до 50 тонн. Ну это там в основном на платформах встречается, на каких-то других вагонах, то есть там, где не требуется много пружин. Вот, что я вам хотел рассказать. Значит, пружина высотой имеет высоту 249 мм, то есть снизу до верху. И подбираются эти все пружины, то есть чтобы разница была не более 5 мм между пружинами. То есть замеряется, да, вот, и подбирается. То есть весь комплект, да, чтобы разница была не более 5 мм. Значит, что я хотел сказать. При нагруженном вагоне, да, то есть когда он груженный, просадка пружин допускается до 50 мм, да, это примерно 5 сантиметров, да, то есть допускается эта просадка, а в порожнем до 8 мм. То есть понятно, да, то есть это можно промерить линейкой, да, и посмотреть, насколько вагон загружен. Так, друзья, ну вот решил для вас померить ее высоту. Вот, должна быть 249 мм плюс-минус 5 мм. Ну тут получается 253. Вот, ну, вот видите. Так. Давайте тут. Вот. Ну, видите, в допуске. Сейчас пойду проверю на вагоне, на порожнем, насколько она просела. Вот, и нагруженном. Итак, друзья, вагон порожний. Вот я меряю, да, получается у нас 242. Да, в пределах до 8 миллиметров она проседает, когда порожняя. В порожнем состоянии. Итак, друзья, вот вам вагон груженный. Видите, пружины просели. Так, и давайте замеряем пружину. Вот видите, получается 195, а пружина, да, в обычном состоянии 239. То есть получается, да, видите, 1, 2, 3, 4, ну где-то на 40 с чем-то, 45 миллиметров, да, ну тоже не более 50 миллиметров, как я говорил. Вот, просела. Должна проседать. То есть вот в груженном состоянии. Вот, в принципе, друзья, на этом все, что я вам хотел рассказать. Почему, да, отсутствует пружина. То есть отсутствует пружина в зависимости от грузоподъемности вагона. То есть до 50 тонн 5 пружин, как вот сейчас выставлено. До 60 тонн 6 пружин. И более 60 тонн все 7 пружин стоят. На этом все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайчонки. До свидания.